Смотрите, он строит. О, вот, ко мне продавцы подошли, что-то предлагают. Что-то интересное. Какие-то зонтики, швейные машинки, лейкопластыри. Все самое, все самое нужно. Так, деньги мы отдали, рассчитались. Чего, зонтик? Вот такой красивый. Ну, дождя нету. Куда я без зонтика-то пойду? Зонтиком пойду. Нет. Вон, Федору не надо. Федор, зонтик надо? Как не надо? Пригодится, хороший. Там, где шляпа. Да, правильно, самая нужная вещь. Аня, Соня, покушай. Не, там Ваня, Соня, бардак там творится. Там пьяные русские дальнобойщики. Там делать нечего. Не ходите, Ваня, Соню. Так, переходим, что-то едет. Так, мы пришли вот в Басаряну. Пошли. Надо же обутки прикупить какие-то. Так. Веселый народ, смеются, да? Переведи камеры. Конечно, вы что, пешком собрались? Нет. Вы не меняли? Ой, 112? 112, да, поменяли. Ну тут бабская. Пиво? Нет. Швепс. Вода. Саша, сколько мне надо? Ну давай. 20% скидка. Со скидкой Оксфорды, да? Или как они называются? Ну-ка, показывай. Сколько скидка? Это как у папы, как у меня. 20, да? А по карточке действует или нет карточка? Карточка 10%, 50%. А это 20, да? 399 и 20% скидка, это сколько в рублях? 300, это 400 юаней, это 4000 и отнять будет 3200, да? 3000 где-то так, да? 3000. Ну вроде ничего, похоже на мои, я в таких, мужчины в таких ходят. 3000 не хочу пока. Так, 3000 не хотите. Подумаем. Вот, 50% скидки есть. А бесплатно нету? Я пойду мужское посмотрю. Пусть женщины смотрят. Обуви-то обуви. Ну вот посмотрите, вот по 200 юаней стоит обувь. По 200 юаней? По 200 юаней, пожалуйста. Не надо. Кому что надо. Ну в основном шлепанцы, да? Сандали, открытый верх. Минус 20% идет. Это уже пошла мужская. Ну, а к примеру цены, ну давайте посмотрим. Вот, допустим, такие. Стоят они 499 юаней. Ну, считай, 500 юаней. Ну, что? 4000 рублей. Вот такие вот башмачки. Стоит оно или не стоит, решать вам. Сколько? 4000 со скидкой. В Владивостоке за такую цену можно найти.
Пойду, вон, где там шмурдяк стоит, распродажный. 200 юаней. Ну, это все прошлогодние фасоны. Ну, Кларис, посмотри, что тут для меня есть. Я доверяю твоему вкусу. Ну, мокасины все. Ну, ты с ней не выиграть, распродаю. У тебя вот такие же уже были. Ну-ка, сейчас посмотрим. Ну-ка, что там беленькие, ну, неплохие.